Назначена дата досрочных выборов губернатора Севастополя – 13 сентября 2020 года. Это было определено в ходе внеочередного заседания депутатов Законодательного собрания практически единогласно. Объявляется процедура голосования за данный проект постановления. За 17, против 0, воздержалось 2. Решение принимается. Напомним, указом президента от 11 июля 2019 года была принята отставка бывшего губернатора города Дмитрия Овсянникова. На должность в качестве временно исполняющего обязанности был назначен Михаил Развожаев. 13 сентября его кандидатура будет представлена на выборах в Севастополе наряду с другими кандидатами.